Всем привет! Мы с вами продолжаем разбирать тему крылышек для сухих мушек, и в предыдущем видео, которое вы можете посмотреть по ссылке, мы разобрали три варианта постановки крыла в стиле Sleep Wing, один из которых был с использованием мягких бородок махового пера утки. Сегодня же разберем такую технику, как Double Sleep Wing, то есть в данной технике мы будем использовать по два выреза с махового пера утки на каждое крыло. Для этого мы будем использовать мягкую часть бородок пера, которая находится ниже по стержню, вот эта часть. Сейчас я вам покажу, как подготовить, собрать все это дело и поставить на крючок уже готовое крыло в стиле Double Sleep Wing. Подготавливается перо очень просто. Берем готовое перо, вот эту нижнюю часть, которая более такая непослушная, где-то завернутая, мы можем смело прям взять и оторвать. Она нам не понадобится. Брать пух. Так вот выглядит наше перо. Как вы видите, у нас мягкие бородки по этой стороне. И сейчас мы сделаем два выреза, два сегмента с одного пера. Берем с вами обычную даббинговую иглу. Отмеряем сегменты. Отмеряем примерно на глаз. И обратите внимание, ширина сегмента у нас будет не более ширины загиба. Плюс-минус берем. Отмерили сегмент и берем правыми пальцами, зажимаем выбранный сегмент и отрываем от ости пера. И убираем в сторонку. Это один сегмент. И с вами делаем вырез точно такого же по размеру сегмента второго. Отмерили, выбрали, зажали пальцами правой руки и просто оторвали от ости. Перо убираем в сторонку. Сейчас беру второй сегмент. Вот у нас с вами два сегмента с одного махового пера. Накладываем сегмент на сегмент. И одна половинка будущего крыла в стиле Double Sleep Wing у нас с вами уже практически готова. Вот у нас получилась такая конструкция из двойного сегмента махового пера утки. Ту же самую операцию проделываем и с симметричным, с другого противоположного крыла утки пера. И готовим вот два таких вот сегмента, два крыла по два сегмента с одного махового пера утки. Вот такую пару крыльев мы с вами подготовили, состоящие из двух сегментов, двух вырезов махового пера утки. Сейчас с вами приступим к установке данного крыла. Фиксируем монтажную нить на цевье, проматываем также до середины цевья. Излишки монтажной нити мы отрезаем. И возвращаем монтажную нить обратно на половину к колечку. Данная точка будет являться точкой крепления нашего будущего крыла. Сейчас мы берем наши вырезы, сложили сегменты друг к другу, тыльной стороной более блестящей, если вы помните, у нас есть лицевая часть пера более матовая и тыльная такая блестящая. Вот тыльной стороной мы сложили друг к другу наши сегменты. Также обратите внимание, более длинная часть у нас находится ближе к цевью. Ну а далее мы отмеряем будущую высоту нашего крыла. Она равняется примерно длине крючка цевья. Подносим к точке крепления и набрасываем монтажную нить. Далее затягиваем петлю. Делаем 2-3 закрепительных оборота, даже больше, 5.
по направлению к загибу. Проверяем, как легло крыло по цевью, ровное. Нет, если нет, чуть поправляем. Если все хорошо, можем расправить монтажную нить. Также подготовить площадочку под будущий наш хакл, сделать ее более ровную. И проматываем по направлению к загибу. Миллиметра полтора-два. Ну а дальше мы с вами просто сделаем срез под углом. Аккуратный. И закроем монтажной нитью все наши остатки пера. В принципе, с вами у вас получился достаточно плавный переход. Монтажную нить с вами возвращаем обратно к точке крепления крыла. Далее также поднимаем крылья наши вверх, проматываем небольшую площадочку небольшую под крылом, аккуратненько. Далее мы восьмерочкой разделим наши крылья друг от друга, аккуратно. Ну а далее можно эти крылышки немного собрать вместе, промотав их между собой. Проматываем аккуратно прямо у основания. Ну, далее монтажную нить вводим назад. Сейчас поправим крылышки, демонстрирую. Вот такое вот у нас с вами крыло получилось в стиле Double Slip Wing. Симметричное, ровненькое и состоящее из мягких бородок махового пера утки. То есть, в принципе, у нас перо может отработать полностью 100%, и в ход пойдут абсолютно все части этого пера. Спасибо за внимание, надеюсь, видео было вам полезным, и до новых встреч!